Региональный этап всероссийского конкурса «Лига лекторов» в Ульяновске проводят впервые. Пробиваясь через волнение и легкую дрожь в коленках, 9 лучших специалистов готовятся к своему выступлению. Им предстоит за 15 минут покорить сердца экспертов и взыскательной аудитории, в составе которой еще и студенты ведущих вузов региона. Оценивать мастерство будут по 10 критериям. Решающим станет общее впечатление от конкурсанта. А вы знаете, на самом деле, вот это вот, что такое настоящий лектор, тяжело сказать. История знает много примеров, когда вдруг неожиданные идеи захватывали, да, потом они умирали. Я думаю, просто настоящий лектор должен быть тот, который актуален в данный момент для данной аудитории. Альбина Белоногова знала, что было актуально 17 лет назад и остается таковым по сей день. Лингвистика и филология. Лектор со стажем для своего выступления выбрала тему «Абсурд времени и время абсурда». Простым языком она рассказала о сложной, фундаментальной науке сознания. Для меня главная задача в данном конкурсе – найти свою аудиторию, донести знания, необычное знание, новое знание и, возможно, найти коллег, которые тоже могут заинтересоваться моей довольно неординарной темой, потому что, хотя я гуманитарий, но занимаюсь я исследованием физического времени. Подобные задачи перед собой ставят конкурсанты в 76 регионах страны. Лучшие пройдут в следующий этап. Их ожидает в январе месяце дистанционное выступление на платформе Российского общества знания по февраль месяц 2023 года. Полуфинал пройдет в марте 2023 года, и уже в апреле заключительный этап. Его проведут на площадке ведущих столичных вузов. Помимо бесценного опыта новых знакомств, победитель получит еще один приятный бонус – 500 тысяч рублей и гордое звание «Лектор Российского общества знания». Александра Никитина и Геннадий Бухтаяров. УПравда ТВ.